Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея, мы сегодня с Анурики. Всем здорово. И сегодня мы будем участвовать в дерби, я подкопил немного очков, ты тоже там подкопил вроде бы, да? Я купил тачку за все очки, можно сказать. Так. А, да, ты купил там тачку, короче, второго класса, вроде бы как. Ну не знаю, тут есть класс или нету, а я накопил 3000 очков, и сейчас я возьму газель, пацаны, вот газель за 2000 очков. Просто это будет реально мясо. Я только что где-то флагов 5 за час доставил, поэтому очки у меня есть, поэтому сейчас будем тащить. А что не могу открыть, слышишь? Кого? А, я понял, походу. Знаешь, как оно работает? А. Типа, надо по очереди машины открывать, все, понял? А, да, Кира. Ебать, бред. Ну ладно, сейчас пробуем. А ты говоришь сразу монстром? Открыть. Хер. Вторую купи, попробуй проехать. Я ну, давайте, отвечаю, ладно, на второй проедемся, хрен с ним. У меня еще есть 2800 как? Очков. Как так, она? Ну да, она быстрая. Она шустрая, да, но я немного наебнулся, ладно. Ничего страшного, в принципе. Ладно, это по порядку, когда все машины посмотрим. Я думаю, вам это будет как раз полезно, интересно. Типа, какую тачку лучше всего брать. Блять, я не знал, что по порядку нужно машину покупать. Себе знал, я бы уже сразу купил бы. Потом мы еще затестим ракеты, нитро, там, шипы и так далее, по-любому. Так, вон флаг стоит, кстати. Флаг, флаг, флаг. Блять, я упал. Обидно. А я тоже упал. Я наебнулся. Не. Опа, вот он флаг, чувак, был, везет. Он наверху был флаг. Да-да-да, я тоже наверху. Кто подобрал? Какой-то Фера, чувак Фера. Его подобрал. Вот он вон упал. Вон упал. А, нет, это не он. Он поехал. Ну. Я тоже упал. А, он прыгнул, смотри. По идее, он должен где-то здесь заспавниться обратно. Вон флаг заспавнился. Где? Еду клагу. Блин, тачка упала. Снизу? Вон. А, вижу. Я тоже вижу. Блять, уебок, уебок. Блять, я упал обратно. Чувак, на тачке механик брал флаг, подрезаю. Да я вижу. Все просто так, падают. Так, где? Ты, вот он, да. Вон он поехал, короче. На, я... Не, ну тут это весело, пацаны. Здесь реально весело. Так, давайте не будем. Я уже понял, что машина шустрая такая, прикольная. В принципе, лучше, чем первая, понятное дело. Ну давайте идем дальше. Так, войти. И у нас Запорожец, пацаны. 500 очков он стоит. Volkswagen транспортер еще есть. О! А, это тут маленький, типа, я понял. Ладно. Давайте попробуем на Запорожце, он типа такой маленький, маневренный, наверное, но я не уверен. Вот, я спавнился на Запорожце, короче. Ну как? Ну такое, конечно, честно говоря, вообще, да. Там... Вторая лучше, да? Да, вторая, кстати, лучше, чем Запорожец. Да, он маленький, но, блин, его столкнуть, мне кажется, вообще как нехер делать. Ебать, на мне только что газель заспавнилась, это было жестко. Сейчас тачка мы потихоньку, пацаны, сам. Будем переходить. Я думаю, самое классное, реально, это тачка механика будет, потому что она и быстро, и ее столкнуть трудно, по сути. Ну давайте на Запорожце попробуем прыгнуть. Не, Запорожец хуйня, пацаны. Вообще не советую убрать, вообще параш какая-то. Блин, я думал, тут сразу можно тачку купить, а надо по порядку их покупать. Ну такое. Это прикалываешь, сколько пацаны Киря уже играют, да. Что у них тачки механиков. Это сколько надо? Это надо где-то 5000 очков примерно. Больше. Так, Volkswagen транспортер берем. 750 очков. А ну мне интересно, что за тачка. Где ну просто бутик, как у маршрутчиков, понял? А, вот, ты заспавился. Стой на месте. Я стою и так. Да, вот Кирилл, вот я сзади. Ну такое, мне кажется. Вон флаг Киря за ним, за пацаном. Где? Вот, везет флаг. А, надо нет. Наверх, мне кажется. Кстати, он такой шустенький, он такой неплохой. А ну как он по тараночку будет? Чувак сейчас зафрижен. Давайте пробуем. Не, по тарану хуйня полная какая-то. Вообще, хер толкнешь кого-то. Ладно. Давай пробуем чувака столкнуть. Оп. Вон, и нихера не получается. У меня тут бусик есть, но толку от него нету. Ладно, хрен с этим бусиком, идем дальше. Там еще у меня остается 1600 очков. Так, и что мы можем там еще взять? Что давайте есть? Посмотрим. Жигули 1300 и уже Хантер. Ну, мне не хватит уже на вот этот Хастлер. Мне на него не хватит уже, по сути. Что там осталось у тебя? А я пацан, ну, на флагом скинул. Жигуль сейчас куплю, короче. Открыть. Все, я на Капиндосе сейчас буду ездить. О, флаг возле меня! Быстрее, блядь, заводись, сука! Быстрее! Я упал. Вот флаг. Так, взял, погнал. Кирилл подбрал. Погнал, флаг. Погнал. Кыш отсюда, давай. Дядя, съебался. Да съебался, блядь, на своей хуйне. Давай, блядь. Я начальные тачки. Тащи. Как меня заебал этот уебок. Ты съедь ты нахуй отсюда, слышишь? Ты прикинь, смотри, как мне мешает жестко. Так, пошел нахуй отсюда. Это экстремальнее, чем казик. Это пиздец вообще. Бля, вот а эти... на копейке вообще так, знаешь, неплохо ехать. Бля, я упал, смотри, как сочно. Я видел. Давай, по сигналу. Блять, ну, доставил, есть, плюс 300 очков, сосать нахуй. О, копейка такая, я тебе скажу, нормальная. Блин, вообще, на ней, она такая шустрая прям. И реально ее трудно еще столкнуть. Ну, не прям пиздец трудно, но трудно. Вот Капиндос уже нормальный такой, да? 920 очков мне осталось, и мне на новую тачку не хватит, это точно. Так, плюс еще 30 очков. Давайте сейчас оценим вот этот магазин, короче. Где нитро, пушки там и так далее. Сейчас я подъеду, короче, и посмотрим, что у нас там есть. Так, нажимаем Alt. Динамит можно купить, кстати, нитро. Ну, нитро 450 стоит, я думаю, смысл в нем
нету. Антиперевертыш есть, полоса с шипами. Давайте купим динамит. Один купил. Так, а как им пользоваться? Вы купили один динамит за 75 рублей. Чтобы выбросить динамит, нажмите клавишу Q или введите дерби. О, нормально, так. Я, короче, шипы купил. Сейчас проверим, что это. И шипы я купил, так. Нажать кнопку Е. Так, давайте я куплю несколько штук. Так, еще. И еще шипы. Так, что здесь в комплекте кузова? Так, антиперевертыш, давайте купим его. Так, чтобы перевернуться, нужно написать команду дерби. Ну ладно, все, это нам не нужно. Давайте, все, динамит я купил и шипы я купил. А ну выкинь шипы, Киря, нажимай Э. Вот возле пацана нажимай. Как по мне какая-то херня. А, вон они. Во, выбросились. Ха-ха, лол. Че, дядя ебать, сейчас будет бубум нах. На, блядь, тетя, дядя ебать. Лови сюрприз. На, блядь, еще. На, нахуй. Давай, нам надо. Вот пацан едет с флагом. Подрезайте, подрезайте. Где? А, вон вижу. Вон Владос едет на жиге. Давайте, пацаны. Так, я еду на жиге, вот. Давайте, догоняем его нахуй. Блять, я упал. Четверо едем. О, Акена Бир теперь у меня едет, Акеник. На туре? Да, Акеник едет. Так, пацаны, сейчас будет бомба, ебай. Надо еще, я думаю, закупиться бомбами, либо шипами. Ну, как по мне, бесполезная вещь, просто тратить очки, ну не знаю. Ну да. Оно не особо помогает толком. А, на, блядь, я колеса пробил. Так, я перезахожу. Блин, а не, ну если за тобой кто-то гонится, это, кстати, полезная тема. Если за тобой кто-то гонится, ты шипы сзади себя выпускаешь. Так-то о, да. Вон чувак, смотри, с этим, с флажком, сейчас ему пизда. Ну, не особо выгодно, в принципе, ты выкидаешь по 50, там, может, два раза, ну, да. Получишь 200, такое. Мне блядь, нравится. Копейка, кстати, пацаны, среди всех, на чем я ездил, копейка сейчас на первом месте, потому что он такая пацан сейчас доставит флаг, ну, пацаны, пните его, пните, давайте, давайте. Так, давай я еще куплю. О, Акеник упал, Акена шашлык. Динамит, и еще динамита купим, и еще, так, шип. Покупаем. Без тут мяса, Киря, посередине. Еще шипы. Все, я думаю, 3 шипа и 2 бомбы, 4 бомбы хватит. Че, погнали, пацаны, блядь, наших городских, как говорится. Сейчас будет там мясо, сейчас я бомбу подеду кину нахуй. Че, пацаны, блядь, сейчас будет жарко. На-на, блядь, разорвалось. Че, ты Акенника взорвал, видишь, Акенник? Че, пацаны, бомба, блядь. На, нахуй. О, все, Акенник взорвался. Давай. Жестко просто, жестко. Во, флаг. Флаг. Мне пишет, меня Кенник кикнул, ну круто. Да? За что? Какое право он меня кикнул? Мне пишет, сервер закрыл соединение. Там что-то написал, что он меня кикнул? Не. Он как я понял, он эскик написал. Не, тебя могло за что-то кикнуть. Да не, оно бы написал. Ай-яй-яй, меня скинули в воду, ладно. Так. Не, ну это, блин, пацаны, весело, с шипами еще этими. Ты ж дядя, ебать, лови бомбу нас. Бля, меня кикнуло за подозрение в читерстве. Меня ну, тоже такое. Кикнуло. Ладно, чуваки, значит, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Пока.